Пришел, увидел, победил. Золото открытого всероссийского турнира на призы медалиста Олимпийских игр Мурада Гайдарова досталось грузинскому борцу Автанзилу Кинчадзе. Девятые по счету соревнования проходили сегодня в Махачкале. Призовой фонд в размере 500 000 рублей разыграли 30 вольников. Все они боролись в одной категории – до 74 килограммов. В этом весе Гайдаров провел большую часть своей карьеры. Турнир собрал множество почетных гостей и именитых спортсменов. Самым титулованным участником стал Автанзил Кинчадзе. Прошлогодний вице-чемпион мира здесь ожидаемо добрался до финала, где в упорной встрече взял верх над хасавюртовцем Аманулой Гаджимагомедовым. Я хорошо знаком и уважаю борцовские традиции Дагестана. На ковре встречался со многими вашими спортсменами. Здесь высокая конкуренция внутри республики и страны, поэтому я уверен, что сегодняшние мои соперники способны показать хороший результат на чемпионатах мира и Европы. Помимо кубков и медалей, всем призерам турнира вручили денежные премии. Кроме того, отдельно были награждены тренер чемпиона и борец, проявивший волю к победе. Хочу поблагодарить всех, вот, кто приехал, спортсменов, там, тренеров, судей, болельщиков, всех и организаторов, кто помогал, кто принимал участие. Всех хочу поблагодарить. Вот, всем здоровья и иншаллах, чтобы в следующем году тоже мы вот так же все встретились и провели достойный турнир.